Я уверен, что после решения Конституционного суда будет и декрет президента о распуске парламента, и страна начнет готовиться к досрочным парламентским выборам. Для всех негодяев, таких как Дадон, для всех тех, кто обслуживает его интересы, для тех, которые разносят всякую чушь и ложь про меня, я хочу сказать одно. Перестаньте меня сувать постоянно в какие-то коалиции. С 2014 года, как я начал в Молдове свой политический путь, у меня была договоренность только одна. Быть в коалиции с народом Республики Молдова. И в коалиции с народом Республики Молдова я буду всю свою жизнь. А вас всех я посажу, всех тех, которые покинули страны, верну домой, хотите вы этого или нет. И я покажу, в отличие от других политиков, разницу между практикой и теорией. Теоретиков наша страна видела достаточно. Видела достаточно лжецов. Я всегда выступал за политику конкретных дел. Вот конкретными делами я и докажу, что могу я, что может наша партия вместе с нами все граждане страны.